Тверской области по национальному проекту «Культура» ведется реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение региональных музеев. На заседании областной бюджетной комиссии одобрено выделение средств на эти цели. По мнению главы региона, совершенствование инфраструктуры, в том числе учреждений культуры, играет большую роль в комплексном развитии территории Верхневолжья, способствует привлечению туристического потока. На 2023 год в планах привести в порядок ряд объектов культуры. Так, принято решение о выделении финансирования Удомельскому краеведческому музею на обновление витрин для размещения экспонатов, мобильные выставочные перегородки, подвесы для картин. Для реставрационной мастерской Тверского государственного объединенного музея приобретут новое оборудование. Все поставки запланированы до октября 2023 года. По национальному проекту ведется реконструкция Оленинского музея. Его ввод в эксплуатацию планируется весной 2024 года. Кроме того, в этом году по НАСПроекту проведен капитальный ремонт кровли Максатихинского краеведческого музея. Планируется проведение дополнительных работ по капремонту здания. По мнению министра культуры Тверской области, обновленные музеи в муниципалитетах смогут привлечь больше туристов в малые города Верхневолжья. Будем направлять туристов в малые наши красивые города и обращать их внимание и на новооткрывшийся музей в Бежецке краеведческий, и на наши усадьбы, дачи Чайка в Удомле, это чеховские места. То есть у нас история, она, знаете, она хоть куда-то копни, и там, знаете, фонтан будет бурлить. У нас огромная история, и нам есть чем гордиться, что показать, и много ремонтируется, и многое в очень хорошем состоянии. И еще очень много работы, мы будем, конечно, над этим трудиться.